Это, подождите, Мимино, расскажите еще раз, пожалуйста, а, что, где, про аэропорт. А, здесь оставили экскаватор. Вот поросли здесь, потом ехали в аэропорт. А, то есть вот здесь вот он остановился, говорит, как в аэропорт проехать вот хорошего человека. Вот, вот в этом месте, где мы стоим, да? Да, вот здесь остановились, на подъеме. Ага. Ну, ехал надо этого, тракторник А700 был такой. Я понял, здорово, спасибо. Ему будет приятно. Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно. А ты говоришь прямо. Меня в Орджоникидзе ждут. Знаешь что, я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся. Когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже будет приятно. Алло, Исрам Алиха. Это кто? Исаак. Анзур Асадар. А где Анзор? Не знаю. Алло, Исаак. Исаак, запиши телефон. 5520, записал? Скажи Кукушу, чтобы он по этому телефону позвонил в Дилижан. И сказал Хачикяну, что Валико ему на международной аэролинии купил крокодила. Приходит день, уходит день, один из тысячи. Чего мы ждем? О чем грустим, чего мы ищем? Кто в поле, кто в небе, кто в море? Себя мы ищем себя. Лететь дождю, гудеть ветрам, шуметь погоде. Скажи, зачем, скажи, куда, мы все уходим. Уходим из детства, из дома, от старых сказок, от прошлых себя. Влад, сядь, пожалуйста, пока. Тихо. Гляньте, какой у меня кусок хлеба. У тебя сказка. Кусок хлеба вообще классный. А не кусок хлеба.